Платановая улица. Вот такой формы. Смотрите, какой огромный ствол у него. И вверху такие раскидистые ветви. Старые деревья. Здесь уже появились стрелки банановых пальм, листочков. Стрелки листочков, вернее, не банановых пальм. Ну вот. Так они сейчас выглядят. Раскучерявился что-то листочек сразу. А вообще вот такая в идеале стрелка высокая. И потом она разворачивается, получается листочек огромный, красивый. Вот он. Здесь уже стрелка большая, листок большой. Конечно, чтобы было красиво, за всем нужно ухаживать. И вот за этими растениями тоже. Вот он такая стрелочка небольшая. А здесь вот уже она как бы повыше. Вот такие. Здесь красоты. И летом, конечно, здесь очень красиво, уютно, когда идешь. Здесь целая поляна банановых пальм. Это платан. А рядом магнолия. Красивые листочки ее блестят на солнышке. И здесь бамбук. Здесь пальма. Снег только что сошел везде, и сейчас уже потеплее, конечно. Thank you.
Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.